На сегодняшний день государственная регистрационная служба успешно выполняет масштабные национальные проекты, связанные с выборами, сбором биометрических данных, запуском новых центров обслуживания населения. С новыми задачами появились и новые вызовы. Служба остро нуждалась в модернизации рабочих процессов. Необходимо понимать, что основная цель и предназначение нашей службы заключается в предоставлении качественных услуг нашему населению. Качество услуг, она как раз-таки исходит от уровня удовлетворенности наших граждан при получении государственных услуг. При поддержке USAID для всех сотрудников центрального аппарата ГРС были разработаны четкие должностные инструкции. Были устранены дублирующие друг друга функции. Данные о сотрудниках после оптимизации были внесены в специальную автоматизированную систему ГРС. У нас в настоящее время работают ряд систем, именно, скажем, корпоративных, которые позволяют, скажем, оптимизировать систему управления человеческими ресурсами, позволяют оптимизировать систему обмена документооборота. В партнерстве с USAID ГРС разработала стратегический план по развитию всей системы регистрации и документации граждан. При участии консультантов USAID служба стандартизовала большую половину из 42 оказываемых гражданам услуг. Теперь эти услуги предоставляются по всей стране. Используя уникальную модель управления, программа GigiPass работает с различными государственными секторами. Главная история успеха проекта – это сотрудники и целые службы, которые трудятся эффективнее и понимают лучше свою работу. Ведь повышая человеческий и институциональный потенциал госорганов, USAID делает свой вклад в долгосрочный устойчивый рост Кыргызстана.